Я думаю, смертная казнь – это ельцинская такая отрыжка, когда при Ельцине, чтобы попасть от Европы, им было как бы сказано, хотя это ничего не значит, организация, что вот отмените смертную казнь, мы вас туда включим. Депутаты, которые с удовольствием летают в командировки, берегут как бы свое место и возможность вот посещения этих всяких встреч, они за то, чтобы смертная казнь была отменена в России. На самом деле в Америке, если брать цивилизованную страну Америку, как не было отменено смертная казнь, так и до сих пор. Иначе люди перестают бояться. Есть в разных странах определенные свои какие-то нюансы, их нужно всегда учитывать. Там тоже в Штатах не во всех есть смертная казнь. Здесь можно, здесь нельзя. Вот Россия многонациональная страна, где смертная казнь необходима. Вот страх, а он всегда давлеет у человека определенное есть как бы в генной даже информатике заложено вот это состояние, а вдруг меня также казнят, как вот тех, когда казнили там неважно, во времена Ивана Грозного, скажем. И это его очень останавливает сильно. Если этого нет, то появляется беспредел. Человек делает все, что он хочет. Он понимает, что даже убьет, его отмажет адвокат, а если не отмажет, то в любом случае он будет жить спокойно там, ну, как бы у него будет еда, кормежка, солнце, иногда выгуливать его будет, разрешать ему свидание, а то еще и помилуют, сократят ему срок. Поэтому в России смертная казнь, я считаю, должна быть. Должна бы вернуться была давно, и это законно. Хотя я миролюбивый человек сам, но считаю, что без нее, из-за того, что особенно в нашу как бы Россию, сегодня же Россия, приехало огромное количество людей из СНГ бывших, где такие вещи были очень жесткие, и их там наказывали, особенно в Арабских Эмиратах, а так там, скажем, Туркмения, Азербайджан, ну, южные страны, где в свое время был такой патриархат, где смертная казнь на востоке Арабских Эмиратах преследовалась, любая преступность наказывалась смертной казнью. Поэтому я считаю, в России нужна смертная казнь. Она даст некую какую-то осторожность и опаску. Говорят, что это ничего не даст, что вроде бы люди будут тогда убивать жертву до конца. Они и так это делают, к сожалению, понимаете? Но хотя бы что-то будет их останавливать. И более того, это надо делать на первых порах показательно. Почему нет в Китае такого количества преступлений? Почему нет в Арабских Эмиратах? Почему Дракула установил такой закон, что можно было положить при бедной стране, положить деньги, через неделю прийти и забрать их. Все боялись, потому что их на кол сажали. Этот страх присутствовал еще очень долго. Вот, к сожалению, мы еще не отошли от Востока и не приблизились к Европе. Мы пытаемся, мы как бы гордимся тем, что мы можем вылететь сегодня в Америку или в Лондон, но как там относятся? Тем, в общем-то, пофигу, что здесь происходит. Им главное, чтобы Россия была слабой страной, им важно, чтобы законы, которые они сами придумают для себя, и здесь работали, но они совершенно по-другому здесь действуют. Поэтому я за смертную казнь лично, хотя этот вопрос всегда рассматривается и другими людьми.